А вот я занимаюсь монтажом. Не кто-нибудь там за меня делает, а я сам. Делается мультикамера. Сейчас посмотрим, какая она. Ага, видите, дошли мы до нужных вещей. Вот они. Опачки. Вырезаем. Сразу у нас две. То есть мультикамера состоит из двух видео, которые синхронизированы. Из этих двух видео мы выбираем, смотрите, только синхронизируем. Опа! Поехали. Синхронизируем. И погнали. Так. Все удачно. Все удачно. Надо будет еще приехать. Берем вторую камеру. Пришли штучки-хручки. Значит, спрашивали, какой расход бензина. Так, значит, тут показывают сначала 111 километров. Как бежит. И поехал. Что остается? Дальше вот идет первая цифра. 11,7 литров на 100 килограммов. 100 километров. Вторая, так как я не еду ничего, это мгновенный расход. Третья показывает 14,3 литра на 100 километров. Вот, проехали 479. Для того, чтобы снимать видео, помимо камер, необходимо иметь компьютер, который вы видите. Компьютер классный, не совсем последний, но классный. Научиться пользоваться программой. Я уже не говорю о том, что музыку надо сочинять. Для музыки тут совсем другая история у нас. Снимаем на две камеры, даже я на четыре камеры снимаю. Потом в программе делаем мультикамеру. Вот это вот называется мультикамера. Синхронизируются два изображения. Видите, они синхронизировались. Средняя скорость. Синхронизировались. И я уже выбираю, что мне посмотреть. То есть вот этот, допустим, ракурс мне не нравится, я выбираю это. Для этого я нажимаю 1. Все. Поменялось, что тут будет. На этой машине я 700 километров на одном баке делаю. Вот так вот я так, переключаю. Это исходные видеоклипы, которые надо завести вот сюда. То есть вот одна камера. GoPro, я ее сюда сбросил, это я уже отсюда сбрасывал сюда. Это значит другая камера, я отсюда сбросил сюда. Пронумеровал, что это номер один, сколько их, 6 видеоклипов. А этих тоже 6, только один. И дальше делается, вот значит инфа обозначается, какие. И дальше делается мультикамера, вот она. Мультикамеру кладем на стол, на ленту, и начинаем с ней работать. Камера заработала. Это камера заднего вида. Вот смотрите, камера заднего вида заработала. Значит, что мне надо сделать? Мне надо вам ее показать. Для этого я немножечко назад, чтобы было видно. Вот он у нас экранчик имеется. Вот он экранчик. Теперь надо его показать. Здесь он не виден. Для этого я щелкаю на клавиатуре на 2. Экран виден. Пожалуйста, переключаю. Пошло. О, смотрите, теперь камера я хочу... Заработала. Камера заработала, да. Теперь я хочу это изображение, вот это вот изображение, чтобы было ясное оно и большое, увеличить. Для этого я делаю следующее. Я выделяю здесь. Ну, я делаю так. Можно, конечно, по-другому там сделать. То есть я должен выделить... часть видео для того, чтобы его увеличить.
Вот этот. Раз, вам показываю. Ага, она погасла. Значит, смотрите, я подбираюсь. Вот она. Значит, делаю отрезок, который я хочу увеличить. Теперь я на него щелкаю, ставлю курсор, чтобы было все видно. И нажимаю правой кнопкой на мышку. Нажимаю на правую сторону мышки. У меня появляется вот такое меню. Кроп. Я нажимаю на кроп. Значит, смотрите. Выделилось. Далее я хочу не просто кроп сделать, а я хочу сделать кент браш. То есть показать в динамике, что все это увеличивается. Начинается вот отсюда и идет сюда. И для этого я, вот видите, значит, это старт. Отсюда пойдет увеличение на вот сюда. Теперь я нажимаю на done, чтобы это все применилось. И теперь смотрите, что у нас получается в итоге. Сейчас компьютер вот это вот как раз он просчитывает. Вот он уже просчитал. Вот, немножко отойдем и смотрите, смотрим, чтобы все это было красиво. Сейчас пойдет увеличение. Раз. Камера заработала, мы не видим. О, вот она красиво пошло. И видите, как раз увеличилось, чтобы мы видели. Дальше все это. Клочочек сбросился и пошло. То есть мне пришлось, помимо того, чтобы приобрести вот это все, научиться всем этим пользоваться. На 7-м десятке лет. Ну, научился это несколько раньше. Ну, примерно на... Ну, где-то на 5-м... Нет, на 4-м десятке лет я научился немножечко этим пользоваться. Но овладел так, как мне понравилось, что я могу все это сделать. Овладел вот на 5-м десятке. А вернее уже на 6-м, ну на 5-м, в конце 5-го десятка, в начале 6-го. Какого нафиг 5-го? Овладел я хорошо на 6-м десятке вот этой вот всей программы. Но так, чтобы я мог пользоваться, не тыкая, никого не спрашивая. Теперь мне идет 7-й десяток уже, и я все это дело... делаю, не спрашиваю никого. Плюс сочиняю музыку и сюда вставляю. Конечно, это громко сказано, что я сочиняю, но тем не менее, чтобы мой фильм был еще с музыкой. Это добавляет ценности, шарма. Легко просто переключается. Все. Да. Вот и что я вам хотел показать. Машинка пропускает. Пропускаем, опускаем, поехали. То есть различные функции. Вот пульт, благодаря которому я синхронизирую, сразу же обе камеры у меня включаются. И это GoPro, и это GoPro. По Wi-Fi. Синхронизация идет гораздо легче. Теперь я выключаю, красный свет гаснет. То есть вы можете посмотреть, если так уж, чтобы вы увидели, как это происходит. Я нажимаю, и камеры отрубаются.